Да. Значит, двигались в левом ряду, в крайней левой полосе двигался автомобиль Kia Optima, и в попутном ему направлении сзади него двигался Daewoo Nexia. Kia Optima остановилась, она красный сигнал светофора ждала, пока включится, водитель ожидал, пока включится поворот левый, стрелочка, указатель. Водитель автомобиля Daewoo Nexia не выбрал беспечную швидкость, не выбрал дистанции, в результате чего произошло столкновение автомобиля Daewoo Nexia с автомобилем впереди идущим Kia. А кто водитель этой машины? Вы, да? Вы, да? Не хотите говорить? Скажите, пострадавшие есть? Нет, нет. Конкретно нету, но скоро будут. В каком плане? Ну, наверное, пока это все не остановится. Поверим, уберем всех и все восстановится. Ребят, в течение 20 минут. Я хочу. Не имеете права. Вы находитесь в общественном месте, ваши номера я не снимаю. Для автомобиля Шкода засмотрелся на случившееся ДТП, в результате чего столкнулся впереди идущего автомобиля. То есть случившееся ДТП одно повлекло за собой другое? Конечно, ДТП, да, здесь? Это протокол, правильно я понимаю? Ну да, люди претензий друг к другу не имеют, виновны, да, со Шкоды. По-своему расходятся. Со Шкоды. Признает свою вину, они созвонились со страховой, страховая сказала, если не... По обоюдному согласию, согласны на Европротокол, они могут его составить и поехать в страховую. Да, вон магазинчик. Просто так держите, да, на. Василий.